Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитхананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джанно Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванча калпатару вашеки пасинду бевача, патитананг павоне бхавишна бибью наму намаха, муканг кароти вачаланг пангунланг хетгирим, ятки патаманг ванде парамаханандамадамам, бриндавай тулсидевай пиявай кесвасача. Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катху Падеш Гаурия Патрасья Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Бараньо Дхайям Сада Парибхабагнам Абиштадохам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ятпада паллава накачанда мани чатая Биспуриджита кимапигабовадушва дарши Пурнану рагара сасагара сара муртихе Сарадхика мои када кипам каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канака бодато Шанкиртанай капитару камала йотакшо Вишамбару дижавару йогадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппенна саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибушихи табам бхагам Нараяно приямананга мадапахарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Баги саджуша бадане Лакшмир жасача бхакшаси Ясястехиде самбид Твам нишинга махам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Найшанг Мати Става Дуру Краманг
спришаттанартапгамо жадартхо махиясам падаражо висекам нискинчананам набринито явад мотирна кишне парато шатоба митхо випаддето грихо вратанам аданта говир вишатам тамишам пунаха пуна чорбито чарбананам. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы должны избавиться от влечения и отвращения к этому материальному миру. Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told First of all, Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что вначале всего мы должны избавиться от всякого вида отвращения и влечения к этому материальному миру. Если мы это чувствуем, то мы не сможем совершать подлинное бхакти. Бхагават Бхакти – это нечто очень редкое, это единственное сокровище для подлинного богатства для всех душ, но глупые люди не могут понять этого. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что все обусловленные души, они заняты. Они смотрят только на внешние формы этого мира, какие-то материальные вещи. Пытаются наслаждаться красотой этого материального мира, и поэтому они не могут достичь уровня Харибхакти, что есть великое сокровище, великое богатство. Харидас Такур родился в семье Яванов. Харидас Такур took birth in Javan family. On other Jharu Thakur, Jharu Thakur. He took birth in a very low caste. Он родился в низкокастовой All семье, to cheat you and me. Чтобы обмануть нас с вами. Харидас Такур took birth in Muslim family. Харидас Такур родился в мусульманской семье, в семье Яванов. А Джару Такура родился тоже в очень низкокастовой семье. И это только для того, чтобы обмануть таких материалистов, как мы. Шрила Вриндава Дас Такур Махашой говорит, чтобы доказать, что рождение в какой-то высокой знаменитой семье, но не гарантирует ничего. Или какое-то значимое образование, оно тоже не есть гарантия на пути к успеху. Kind of какие-то способности, kind of они тоже ничего не гарантируют. И это не те качества, чтобы обрести милость Бхагавана. Это не те качества, на основе которых мы можем обрести милость Бхагавана. Будьте осторожны с этим. Мы всегда заняты какими-то внешними факторами. И когда мы чувствуем какое-то вожделение, все обусловленные души, они полны вожделения. Различные виды вожделения внутри их сердец. И это главная болезнь. Кама это главная болезнь, которая не позволяет нам совершать баджан. Мы можем привлечься к какой-то прекрасной женщине или деньгами, положением в обществе или другими вещами. И поэтому я начал с этих слов, то, что мы должны избавиться от влечения или отвращение к этому материальному миру, который мы обычно чувствуем, поскольку это не позволит нам совершать харибаджан. Пытайтесь выйти за пределами этого
материального мира. И пытаетесь выйти за пределы Майя, за пределы влияния этих трех гун материальной природы. Это не столь важно. Родились вы в Германии или еще где-то, или в Индии, или неважно где. Это не столь важно. Харибаджан — это функция нашей души, а не нашего тела. Может быть, мы родились в Америке или еще где-то, это не столь важно. Поскольку ваше сердце, ваша душа, они могут совершать харибаджан. Естественно, мы должны быть заняты с функцией нашей души, заняты в харибаджане. Различные виды вожделения, они не позволят нам совершать харибаджан. Если мы чувствуем вожделение, чувствуем какую-то свою важность, просьба к вам, пытайтесь видеть ваше положение, ваш настоящий статус, пытайтесь понять, где вы находитесь. Если вы чувствуете какую-то гордость, то пытайтесь подумать о своем подлинном положении по отношению к бесконечному миру. И в этом наша главная проблема, то, что мы не можем обнаружить наше подлинное положение по отношению ко всему миру, по отношению к Ананте, к бесконечности. Вот если мы обнаружим свое положение относительно бесконечности, нам станет стыдно. Мы бесчисленно малы, подобно мельчайшему насекомому, кто мы относительно всего мироздания. Если это смирение не появляется в нашем сердце, то тогда мы не сможем совершать подлинный баджан. И поэтому Кришнадас Кавираджа Госвами, он вечный спутник Гауранги Махапрабху. И в то же самое время вечный спутник Радхарани. Он дает нам урок, как совершать харибаджан. И вот он молится и плачет, и произносит такие слова. এমন নিঘিন্ন মোরে কিবা কিবা করে এক নিত্যানন্দ বিনা জগত মাঝারে Who is there to rescue me? Кто может спасти меня, кроме Нитьянанды Баларама Анантадева? Можете ли вы показать мне? Кто может защитить меня, кроме Нитьянанды Баларама? Они настолько милостивы. Джагай Мадхай, они хотят ударить Нитьянанду. Кровь пошла из его головы, но все же Нитьянанда сказал: идите ко мне, я хочу спасти вас. Даже Гуранга Махапрабху, Верховный Господь, он был очень гневен. Он позвал Сударшан Чакру, чтобы наказать их. Нитьянанда сказал, что Махапрабху, вы пообещали, что в этой аватаре вы не возьмете в руки никакого оружия, вы олицетворение милости в этот раз, и поэтому прошу вас, не нужно приглашать Сударшана, простите их, я хочу спасти их. Если Нитьянанда за кого-то заступается, то Гауранга ничего не может сделать.
Гуранга, он находится под контролем Нитянанды, как Кришна находится под контролем Баларама. Наш Нитянанда и Баларам, они находятся под контролем подлинных преданных. Как говорится в этом киртане, Нитаяр Чарансати, Тахарасава Канитья, лотосные стопы Нитянанды, они вечны, как их севаки. И мы должны уповать на милость Нитянанды. И я раньше говорил, почему мы не можем совершать баджан, потому что у нас нет должной веры в Гуру Вайшнава, в Бхагавана, Наму, Даму и Махапрасад. И у нас нет такой подлинной, непоколебимой веры. И поэтому это главная причина, по которой мы не можем прогрессировать на пути нашего баджана. Из-за нашего неверия в Гуру Вайшнава мы не можем поверить полностью. И вот в этом киртане Наутам Такур говорит, что лотосные стопы Нитянанды, чистый саду всегда может видеть лотосные стопы Нитянанды, которые явились в его сердце. И это сокровенная мантра саньяса. Nityananda padadandam jisham hitkarnikalaye tesham dasanudasaham prasidantu sadaivahi. It's a secret, but often it's not so secret. You should know it. Вот мы это манта как сокровенное, но не очень. И поэтому мы должны знать ее. Если лотосные стопы Нитянанды, они навечно окажутся в нашем сердце, то весь, даже если весь мир будет выступать против нас, то они ничего не смогут сделать. Пытайтесь поверить. Лотосные стопы Нитянанды, они вечно присутствуют, и преданные Нитянанды, они тоже вечны. И это главное заключение, главное сиддханта, которое мы должны понять в нашей жизни, чтобы совершать баджан. Иначе мы не сможем совершать никакого баджана. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, я меньше, я хуже, чем Джагай Мадхай. Я хуже, чем насекомые в испражнениях. И если кто-то слышит мое имя, он потеряет свое сукрити. And I'm going to hear my name, going to lose all sukriti. If I'm going to speak my name, he's going to incur, he's going to develop some sinful activities. That is my condition. И вот Кришнадас Кавирадж из смирения говорит о себе так, что чистые преданные всегда думают таким образом, не иначе. И тогда, и только тогда мы сможем совершать Кришна Бхаджан. Внешнее положение, внешний ранг какой-то, какие-то внешние вещи, происхождение с какой-то высокой знаменитой семьи, это все бесполезно на пути баджана. И чтобы доказать это, Лочин Дас Такур, он родился не в самой высокой семье, и мой Гуру Падма, и вот Садхананда Свами, он родился в Германии, Хайдас Такур в семье Яванов, Джару Такур тоже в низкой касте, и он хотел показать, что он падшая душа, что родился не в столь благоприятных условиях. Сначала хочу рассказать о Лочин Дас Такуре. Лочин Дас Такур, он родился в Катве. Он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Вечный спутник Радхарани.
Лочана Сакхи, его имя в духовном мире. У Гора Лили Лочандас Такур, он родился в Катве, в какой-то деревне, Кока называется. Ну, родился в такой, в небогатой семье, и с самого рождения. Он был очень чувствителен к преданности. Он с детства любил Нитянанду Гаурангу. Он проявлял признаки преданности с самого детства. So what to speak about this is not a big issue. Gradually he is growing up, taking education. Он вырос, получил образование. Maternal, you know, grandfather and paternal grandfather, you know, all in the same village. Maternal grandfather. И вот его дед по материнской отцовской линии, они жили в той же деревне. И женился он, отец этого Лочандас Такура, он женился на девушке с той же деревни. He arranged nice education in the life of Lochandas Thakur, learning all Sanskrit, background, everything. Even что родители жили в той же деревне, его заставили учиться, изучить санскрит, алонкар, шастра и прочие вещи он изучил. Small boyhood. В таком детском возрасте, даже в возрасте 17, он составил Чайтанья Мангалу. Он вдохновился идеализмом. Нарахари Прабху. Он тоже из Катвы происходил. Я был там много раз. И вот он под влиянием идеализма Нарахари Прабху. Он известен как Мадхумати Сакхи в духовном мире. So naturally he was influenced. He requesting to get diksha. И вот он попросил, чтобы Нарахари Саркар Такур ему дал дикшу. И он посмотрел, что это очень искренний мальчик, и смог дать ему дикшу. И вот он получил Харинам Дикшу от Нарахари Саркара. Не только Харинам и Дикшу, но также научил его, как совершать баджан должным образом, как воспевать киртаны, и все остальное он узнал от Нарахари Саркара Такура. This way you can make progress in your bhajan. So by the association of Narahari Sarkar Prabhu, достиг значимого успеха на пути бхаджана. И в итоге Нарахари Саркар Такур, он посмотрел, что у него есть какие-то особые качества, и он хотел использовать их.
Нарахари Такур обнаружил, что у него какие-то особые прекрасные качества. Он мог писать наизусть, запоминал стихи, произносил их. И вот он хотел использовать все его качества для Гауранга Бхаджаны. Поэтому он дал наставление Лочандасу, чтобы тот вернулся к себе домой. И описал лилы Гауранги. And try to write, you know, Gauranga Leela. That was compiled at the age of 17, which is miracle. И вот в возрасте 17 лет он написал все лилы Гауранги, что было удивительно. Четыре части написал. Первое это введение, Адилилу, Мадхилилу и Антилилу. First the introductory speech he wanted to write, introduction, after that Adilila, and after that middle lila, madha lila, after that antalila. And he, as an ingredient, he wanted to depend upon Он хотел зависеть от читания Чайтанья-чаритамриты Кавьи, которая написана Мурари Гуптой. И перед тем, как написать эту книгу, из основы он взял Шри Чайтанья Чаритамриту Махакавью, которая написана Мурари Гуптой. Мурари Гупта, он очень близкий спутник Махапрабху. Он находился рядом и созерцал все его лилы, и поэтому для него было достаточно просто написать эту книгу. И также можно вспомнить наш Кришнадас Кавирадж Госвами также. Он, когда писал свою Чайтанья Чаритамриту, он за основу взял две книги. Это вот Мурари Гупта Карча и Сварупа Госай Карча. Карча – дневник, значит. То есть эти два… Карча – это нот. Карча – это дайри. Поскольку Сварупа Госай, он всегда что-то записывал каждый день. Как некоторые люди ведут дневники, он тоже записывал каждый день что-то. И на основе этого, и на основе дневников Мурари Гупты, и также на основе воспоминаний Рагунатха Даса Гасай, он все это написал. In the heart of Raghunath Das Gosai, direct memory, and all the notes written by Sarup Gosai, or notes written by Murari Gupta, those are the main thing. After that is the main thing. Это главное было, главная составляющая, на основе чего наш Кришнадас Кавирадж Госвами, он составил сочетание Чайтамриты, но так или иначе, он цитировал шлоки из Ади Пураны, Падма Пураны, также приводил на это отдельные. Но вот эти вещи, это основные, на основе которых он составил сочетание Чайтамриты. А Лучан Тагу, он
за основу взял Махаригупты дневник, и также он молился лотосным стопам Вриндаванадастаку Махаша. Он написал молитву его лотосным стопам. Он Вьяса Дева Гуранга Лила. Кришнадас Кавираж Госвами также молился лотосным стопам. Вриндаванадас Такура, он говорил, что без милости Вриндаванадас Такура, кто есть Вьяса Дева Гуранга Лила, никто не может ничего сделать, и поэтому я молюсь ему. И Лочандас Такура также писал, и Лочандас Такура, он был успешен в том, чтобы написать Чайтанья Мангалу. Не только Чайтанья Мангалу, он также написал множество киртанов, Падавали и прочее. Нет времени рассказывать все о нем, времени мало. Тема очень обширна, и в то же время наш Прабхупад, он хотел предостеречь нас всех. Наш Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур, он хотел предостеречь нас всех, поскольку под именем Лочандас Такура какие-то сахаджи, они пишут под его псевдонимом всякую ересь. И обычные люди, они не могут разобраться. Но Лочандас Такура никогда не мог совершать никаких грубых ошибок и отклонений от Сидданты. Сидданта Вера, то, что противоположно Сидданте. Расабхас — это смешение рас неправильное, расы, которые противоречат друг другу, то такие люди их смешивают в одно. И Махапрабху никогда не одобрял это, он гневался, когда какой-то расабас совершался, например, кто-то смешивает вацаля расу, родительскую любовь с супружеской любовью. И поэтому правило было то, что если кто-то что-то писал, вначале его, то, что он написал, приносили к Сварупа Госвами. Сварупа Госвами должен был все это проверить. И вот правило, общее правило, которое утвердил Махапрабху, было в том, что Сварупа Госвами сначала проверял, если не было никаких ошибок, отклонений от Сидданты, то тогда Махапрабху мог это слушать, иначе нет. И вот Шрила Прабхупад предостерег нас всех относительно того, что написал Лочандас Такур, он написал множество вещей. There are so many writings by Lochandas Thakur, but some writings there in the name of Lochandas Thakur, somebody going to throw to make garbage. Ну, еще какие-то люди под именем Лочандас Такура писали всякую ерунду. Но Лочандас Такур, у него свое высокое положение, он имеет положение на пути Шраутапанти. Но те люди, которые на Махараджа раз повторяют то, что некоторые люди пишут под его именем всякую ерунду и заявляют, что это он написал. Но Лочандас Такур, он не мог такого написать. Из-за того, что он имеет высокое положение, его же не в обществе, и некоторые люди выдают свою писанину за его труды. One very important thing I like to speak
I forget to speak. Actually, Lochandas Thakur. Еще я забыл сказать, что Лочандас Такур, он единственный сын своего отца и матери, и поэтому они его очень любили, поскольку тот был единственный сын в их семье. И вот, I mean, 500 years back or 1,000 years back, it was a general rule. It was a general rule. И в общем, когда он закончил свое образование, то в то время была традиция женить детей в достаточно раннем возрасте. Такое было, традиция такая была, что родители организовывали свадьбу своих детей в раннем возрасте, даже до того, когда они могли понять, что такое супружеская жизнь и прочие вещи. В общем, его женили, потом он получил образование, но он почувствовал влечение к Гуранге и предался лотосным стопам своего Гурудева Нарахари Саракартакура. И он жил вместе с ним, служил ему долгое время. Однажды Нарахари Саракартакур хотел проверить преданность Лочандас Такура. И вот он хотел проверить, сколько любви он имеет. И Нарахари сказал: «О, Лочандас, о, мой сын, долгое время ты не был дома, поэтому иди домой, встреться со своей женой». И вот он, чтобы проверить его, сказал такие слова, поскольку это же женщина, на которой он был женат, она уже повзрослела, имеется в виду, созрела. Поскольку женили в детском возрасте, вот он отправил его на проверку, и тот пошел по указанию Гурудева. И вот он пошел в свою деревню. И тем временем, когда он зашел в деревню, он встретился с одной женщиной и спросил: «О, мать, скажите, как пройти вот туда-то?» Она сказала, как пройти. Он нашел ее, она воду, ходила за водой. И вот Лочандас Такур встретился с ней и спросил: «О, мать, можете ли вы сказать, как пройти вот к какому-то дому?» И достигнув своего дома, он поговорил со своими родственниками. Тут эта женщина пришла, и он обнаружил, что это его жена. Но он ее назвал матерью чуть раньше. В общем, поговорил с ней и сказал, что случайно по воле Бхагавана я назвал тебя матерью, поэтому с сегодняшнего дня не могу вести себя с тобой как муж с женой. Поэтому прости меня. И жена согласилась и начала служить Лочандас Такуру как гуру. И говорится, что эта женщина, она была деви, и обладала какими-то божественными качествами. Она не была какой-то обычной женщиной, поэтому Лочандас Такур начал говорить, писать Чайтанья Мангалу под деревом тамаринда. В общем, какое-то дерево было, Махарадж не помню точно, но вот там он сидел и писал Чайтанья Мангалу.
И когда он писал Чайтанья Мангалу на основе дневников Мурари Гупты, но написано, что когда он описывал Гауранга Лилу, он созерцал ее в своем сердце. И вот когда он писал Чайтанья Мангалу, он видел все лилы Гауранги Махапрабху. Как Джайдев Госвами, когда он что-то описывал, он не просто писал, он еще и созерцал, или как Валмики, он или Туласидас, когда он описывал Рамайну, он созерцал все эти лилы, они пришли к нему. И таким образом Лочандас Такур. Он начал писать Чайтанья Мангалу, и он мог видеть все лилы Гауранги Махапрабху перед своими глазами. Поскольку он был вечным спутником Махапрабху, такое было возможно. И говорится, что когда Вриндавана Стакур написал Чайтанья Бхагавату, то говорится, что в Чайтанья Бхагавате все лилы Гауранги, какие-то лилы там не описаны. Вриндавана Стакур сам говорит, если я буду писать о всех лилах Махапрабху, то эта книга будет больше, чем Махабхарата, и мало кто сможет прочесть ее, увидев ее огромный размер, поэтому я не хочу увеличивать размер книги, поэтому какие-то лилы пропускал. А более подробно это было описано Лочандас Такуром. Как Балялила, например. Вриндавандас Такур он не писал всех лилы, и также Кришнадас Кавираджа Госвами тоже так сказал, что все лилы, которые не писаны Вриндавандас Такур, по милости лотосных стоп Вриндавандас Такур, я попытаюсь их все описать. Хотя не способен, нет у меня качеств. Но все же я попытаюсь, приложу мои усилия, лучшие попытки сделать это. И Лочандас Такур пишет множество вещей на эту тему. И сегодня я очень удачлив, что могу предложить Пушпанджали тому, кто не отличен от моего Гурудева, Шри Садананди с вами, который, чтобы доказать, что я глупец, он родился в Германии, чтобы обмануть таких материалистов, как я. Он был лучше и выше, чем чистый браман. Я не могу объяснить это все, это за пределами моего понимания. И вот в 1908 году он родился в Германии. Он был единственным сыном своих родителей. Он был очень разумен с детства. Его интуиция, его разум были очень велики. Что с самого детства родители понимали, что он необычный ребенок. И вот он постепенно вырос, и после этого он закончил свое образование. В 1908 родился, и в 1928 году,
возрасте 20 лет. Он получил какую-то ученую степень, и после этого он продолжит дальнейшее обучение и написал, Махарадж не помнит, где он учился конкретно. Потом написал докторскую, получил степень. И он занимался изучением религии. В своей ранней жизни он был привлечен буддизмом по воле Бхагавана. Как Вайкана с Госвами Махарадж, он был великим пандитом, возвышенным, преданным. Кому Шрила Прабхупад вынужден был дать саньяс? Всего лишь через полгода, как он пришел. Хотя некоторым он давал харинам только через 5 лет. И потом тоже наблюдал за ними 5-10 лет, чтобы дать дикшу. И это же Шрила Прабхупад дал саньясу ему в течение полугода всего лишь. И в день явления ухода Вайкана с Госвами Махараджа буду рассказывать о нем более подробно. Он был тантриком, медитировал на мертвых этих, на трупах, совершал баджан таким образом, ну, в своей тантре. Был достаточно могущественным, не каждый может в крематориях баджан совершать, где духи всякие, привидения и прочая нечисть. Вот он такое дело совершал, и Кунджада вечный. Или Кунджада, когда первый раз пришел к Шриле Прабхупаде, он не понял его, не понял значения его слов. Было сложно для него. Он понял, что Шрила Прабхупад говорит, что нет никаких других саду. Но его друг, который привел, он объяснил ему, что нужно дальше слушать харикатху, ты обнаружишь все. И как была такая лила. Вот он то слушал неделю харикатху с Шрилой Прабхупадой, я осознал. Я осознал величие Шрилы Прабхупады, и поэтому Садхананда, если он увлекался буддизмом в начале своего пути, то это произошло по воле Бхагавана. И вот он был великим ученым. Он знал много языков. Латынь, пали. Во время явления Будды они на пали разговаривали, поэтому он его тоже знал. Немецкий, английский, санскрит, китайский он знал, японский. Я случайно 3-4 языка всего лишь знаю, а он целых 7. But he learned, he's great pandit, he can edit. Oh, great, great scholar, you know. This way, he started writing thesis, he submitted his thesis. И вот он написал тезис на какую-то тему. While he was very, very, he was like crazy. He was just like crazy to understand the inner meaning of Он пытался понять сокровенную дхарму души, и в то время, и вот он изучал различные писания, искал смысл души и не мог
найти ответ, который мог бы удовлетворить его сердце. Он не чувствовал, что что-то настоящее, искал дальше и дальше. И по воле Верховного Господа. Он так и искал во множестве писаний, во множестве учений, но не мог найти того, чтобы удовлетворило его полностью. И однажды он случайно встретился с Шрилой Бхакти Прадипа Тиртха Махараджем. И он принес ему множество писаний, девашнавских писаний, и рассказал о славе великого Ачарьи. Бесподобного Шрилы Прабхупады. И он показал ему фотографию Шрилы Прабхупады. И он начал говорить о славе Шрилы Прабхупады. И, услышав о нем, он сразу захотел предаться его лотосным стопам. Но поскольку тот был в Германии, то Шрила Прабхупад в Индии. И потом он встретился с Шрилой Бхакти Харидой Бондев Госвами Махараджем, начал слушать Харикатху от него во время его поездок в Германию. И вот он впоследствии написал книгу «Мои лекции в Германии и Англии». Вот Садхананда слушал, записал эти все лекции в форме книги, их издали. И потом к нему попала книга «Шри Кришна Чайтанья», которую составил профессор Нишканта Саньял, который получил милость Шрилы Прабхупады. И в то время он был профессором в Лахоре. Потом территория к Пакистану отошла. И вот когда он И вот Шрила Прабхупад, когда прочел их, эти книги, он сказал о Ниши Бабу. Это такое было, как сказать, прозвище, что Ниши Бабу, Нишканта Саньял совершил такую великую севу, и я не могу отплатить тебе за нее. И тем временем, и вот эта книга, она как-то попала в руки Садхананды с вами. И он очень вдохновился, прочтя эту книгу, и сказал: что столь долго я искал утешение моей души и сердца, и сейчас я обрел все ответы, которые искал всю жизнь. Я хотел найти ответы на все мои вопросы, но нигде их не находил. И сейчас, прочтя эту книгу, я нашел все ответы на мои вопросы. Он очень хотел встретиться с Шрилой Прабхупадой. Но Шрила Прабхупад ответил: чтобы тот не спешил, и И Шрила Прабхупад сказал, что вы тут не спешил, подошел немножко, и все образуется лучшим образом, как вот в случае с Рагунатхом Дасом Госвами.
Махапрабху сказал ему, чтобы тот не спешил принимать отречение и сначала изучил от вайшнавов знать все о этикете вайшнавов и всему прочему. И вот Бодхи Госвами Махарадж и Бхакти Прадьяп Тиртха Госвами Махарадж, они помогли ему изучить все это, всю вайшнавскую традицию. Они поняли, что он наш брат Боги, хотя хотя он не получил еще посвящения, но специально для него Шрила Прабхупад он начитал одну малу и послал ее почтой. И таким образом Шрила Прабхупад дал ему малу и дал ему имя Садананда. Садананда значит вечная радость, которая никогда не кончается. И в итоге он был великим ученым, он говорил лекцию в Стокгольме и еще в какой-то стране. И по воле Бхагавана у него был слуга Вамандас из Австрии. Он был тоже ученым, и Вамандас он и впоследствии Садхананда Свами, он приехал в Индию встретиться с Шрилой Прабхупадой. Он получил дикшу. А потом Вторая мировая война началась, его арестовали, поместили в какое-то изолированное, в общем, не как тюрьма, но подобное, что в общем, где-то его посадили в какое-то, подозревали в шпионаже, еще в чем-то, в общем, где-то под домашний арест его посадили. Вот его с 1935 года до 30 какого-то, ну, в общем, до 40-го где-то жил. И вот однажды он пришел к Шриле Прабхупаде, плача, и спросил Шрила Прабхупада его: «Что ты плачешь?» Я, к сожалению, родился в Германии. Если бы я родился в Индии, я больше бы знал о ведийской культуре. Шрила Прабхупада не придал никакого значения этому и сказал, что не плачь ты, самый удачливый. Ты узнал о Шичитане Махапрабху, и что еще тебе нужно, что ж ты плачешь о том, что родился не в той стране. Ты должен чувствовать, что ты очень удачлив, поскольку ты узнал о Шичитане Махапрабху, ты обрел бхакти. Ты узнал о Махапрабху, который есть абсолютно целое, зная
о Шри Чайтанье Махапрабху. Это есть полное знание. Если мы знаем о Махапрабху, то нам не о чем сожалеть. И вот он утешил Садхананду таким образом. Как Шрила Прабхупад однажды написал, если весь мир затоплен, но если я нахожу себя с Чайтанья Чаритамритой, то мы можем плыть в этом океане. Ну, имеется в виду, если весь мир затопит, и у нас останется всего лишь Шри Чайтанья Чаритамрита, то мы ничего не потеряем. Если Чайтанья Чаритамрита останется с нами, то мы ничего не потеряем. И также Шрила Прабхупад, он сказал такое Сиддханту Садхананде: почему же ты плачешь? Ты обрел полное знание, и нет никакого вопроса, недостатка чего-то. Ты обрел милость Шри Гуру. И однажды Шрила Прабхупад перед какими-то преданными, и Садхананда с вами также был там, и Шрила Прабхупад сказал, что Садхананда и я, мы вечно находимся в духовном мире. И по воле Бхагавана он родился в Германии и пришел ко мне, но в духовном мире мы вечно. И Шрила Прабхупад провозгласил, что он его вечный слуга. И когда Шрила Прабхупад ушел из этого мира, Садхананда с вами расплакался, как сумасшедший. Он не мог потерпеть эту разлуку, но потом он почувствовал, что Шрила Прабхупад, он с ним и никуда не ушел. И с этим вдохновением Садхананда решил проповедовать Сиддханту. Шрила Прабхупад и потом он написал то, что он слышал, описал то, что он слышал от Гурварги, перевел множество книг и начал совершать Бхарат Парикраму с Бади Нарайна, с Гималаев. С границы Трипата, вот он оттуда до Каньякумари, как Шрила Прабхупад с крайнего из севера до крайнего юга Индии он совершил парикраму, как Триданди Бикшу. Он жил на подаянии. Даже он был настолько отречен. Среди всей Гурварги я хочу ему дать особое положение, хотя он уже находится на особом положении. Он очень отречен. Никогда не был привязан к деньгам и прочим богатствам, он зависел только от милости Шрилы Прабхупады. Он давал лекции в Аллахабадском университете и прочих. Он был знаменитым ученым, его приглашали в университет Варанаси и прочие.
и в то время он был очень знаменитый. Я удивляюсь, как он потерялся. Никто не говорит о его славе, о его милости. Я удивляюсь, куда он пропал с истории Гаудия-матха. Хотя он находился в Гаудия-матхе какое-то время. Он написал какую-то статью о обществе матхи и Society Матхи и Community. Чем Society от Community отличается? Ну, по-русски общество переводится оба слова. Ну, в общем, отличие одного общества от другого. Гуранга Самадж. И все преданные Гаудия-матха, они могут быть участниками общества, а какие-то посторонние животные, кошки, собаки, не могут быть участниками Гаудия-матха. Но, к сожалению, сейчас происходят вещи, о которых Шрила Прабхупад никогда не говорил. Например, выбор ачарьи, который Шрила Прабхупад никогда не позволял этого. Ну, часто бывает, что какие-то ачарьи организуют собственные выборы через большое количество подставных лиц, которых сами же нанимают. И вот Махарадж в дальнейшем расскажет разницу между обществом и... Ну, в общем, какое-то общество и мат — это разные вещи. Махапрабху говорил, что во времена Шрилы Прабхупады преданные не чувствовали необходимости какое-то общество организовывать. А почему? Во времена Чайтанья Махапрабху было тысячи преданных, а почему? Никто не думал, что нужно какую-то организацию организовать, секретаря, президента назначить и прочих. А почему? Поскольку их цель была единое служение Махапрабху. И поскольку все
преданные Гуранги Махапрабху, у них была одна единая цель — служить Гуранги Махапрабху. Но сейчас, к сожалению, у всех разные цели. Кто-то хочет наслаждаться популярностью, кто-то ачарьи стать хочет, кто-то секретарем, кто-то еще кем-то, кто-то просто денег заработать. И такие цели пересекаются у всех. И начинается борьба за власть, за контроль общества, за еще что-то. И поэтому такие общества, организации смысла не несут. Если есть одна общая единая цель, то тогда как и интересы не будут пересекаться, как, например, есть пример с циркулем, если различные круги. Если различные круги чертить с единым центром, то вне зависимости от количества кругов один из них не будет пересекаться. А если центр этих кругов будет отличаться, то они все будут пересекаться. То есть, как вы бы его ни начертили, они все будут пересекаться. А также с обществом, общиной. То есть, если в обществе интересы не един, то, соответственно, какая-то борьба будет возникать из-за того, что эти интересы пересекаются. А если наша цель едина с Гурудевом, наша цель едина с Шрилой Прабхупадой и с Бхактивинода Такуром, если наша цель едина с нашей Гурвагой, Сиддхартхой Махараджем, еще каким-то великим вайшнавам, то нас невозможно будет сдвинуть с нашего пути. Если наша цель едина с нашей Гурвагой, мы обретем полную защиту от них. Если наша цель, она такая же, как у них, и почему мы не говорим о славе Садананда с вами, почему все молчат о нем, и нам должно быть стыдно. Мне вот неудобно, что я могу, почему такая великая личность, его слава осталась в стороне, и никто не знает о нем. Я хочу прославить его, чтобы все получили его милость, и вот я последние дни думал о нем, и что же сказать, вдохновение, чтобы что-то рассказать о его трансцендентных качествах. Он был великим преданным, и после ухода Шрилы Прабхупады он совершил парикраму по всей Индии, чтобы получение больше вдохновения. И вот он говорил харикатху во многих местах, говорил о учении Шрилы Прабхупады. Большую часть времени был занят переводами. И он был и день и ночь, по милости Шрилы Прабхупады, он и вот он чувствовал, что времени у него мало, что возраст уже его поджимает, и даже ночью спал очень мало, читал книги Шрилы Прабхупады и Гурваги. Он очень беспокоился, чтобы достичь зрелости на духовном пути. Он жалел, что столько времени уже прошло, он еще не изучал учение Шрилы Прабхупады. Вот он писал, читал, редактировал книги, переводил.
И таким образом он никогда, редко отдыхал. Ну, из-за такого очень напряженного графика здоровье ухудшилось. И после того, как Шрила Прабхупада ушел, он был приглашен в Аллахабадский университет в Варанаси, чтобы там говорить на тему религии, о сравнении религии. И в то время у него денег не было, мне стыдно говорить об этом. Почему я не мог родиться в то время? Я мог бы служить ему, принимать остатки его пищи, но, к сожалению, родился слишком поздно. И в то время у него не было денег. И как... И вот чем один. Надо было лечиться, но денег не было. И вот один друг его открыл счет В общем, открыли счет на его имя благотворительный. Хотя он мог много денег заработать или собрать, но он не занимался этим. И вот он. И Садананда, он всегда скрывался, а он сам скрывался, опубликовал книги под именем Вамана-даса, ну, под именем своего ученика, а сам он оставался в стороне. И в итоге он... Потом он в Швейцарии жил лет 5, там писал книги, переводил. И давал лекции в различных университетах, но потом со здоровьем стало совсем плохо. Его уже эти планы... В общем, его жизнь была расписана несколько лет, где его уже приглашали заранее, чтобы он говорил лекции, но, к сожалению, со здоровьем было не совсем плохо. И... И вот, а потом он начал уже писать под именем Вамана-даса, ну, поскольку тот ему помогал, и от его имени он писал свои книги. И в итоге, перед тем, как Шрила Прабхупада оставил тело, еще перед тем, как Шрила Прабхупада оставил тело, его назначили главным проповедником в Германии и Италии. И вот здоровье ухудшалось у него. Его друзья, ученые очень сожалели, организовали какое-то лечение, но... не столь помогло, даже какую-то операцию сделали на горло, и еще хуже ему стало. Потом температура его, ну, после какой-то операции на горле или еще где-то. И потом он, в общем, из-за этой операции ему только хуже стало, и температура была всю оставшуюся жизнь.
Вайшнавы, они вечно присутствуют в вечном мире. Они дают нам возможность совершать какое-то служение. Вчера я говорил, опасность приходит в жизни, в нашу жизнь три вида опасности. Одни согласно карме, нашим прежним действиям, то есть из-за наших действий в прошлых какие-то последствия приходят. Другой вид опасности может прийти из-за наших оскорблений вайшнавов. Из-за вайшнава-апарата, если мы совершаем, оскорбляем вайшнавов, то тоже болезни могут развиться, как Чапал Гопал. Он сразу же заболел проказы. И третья опасность. То есть несколько видов проблем, опасности могут прийти в нашу жизнь. Из-за наших плодов, нашей кармы, из-за оскорблений вайшнавов, как вот Ашватхама. И еще один вид опасности, он может прийти к нам по милости Бхагавана. Ну, как можно видеть на примере Кунти, что она молится о том, чтобы опасности, проблемы приходили в их жизнь. И они по желанию Бхагавана приходили. И Джай-Виджай, он почему сталкивался с множеством проблем, это все по желанию Бхагавана происходило. И также по желанию Бхагавана Сатананда попадал в всякие неприятные ситуации по воле Бхагавана, иначе вот как в тюрьму попал он. Или Кешо Госвами Махарадж, они ничем плохим не занимались, просто тут война началась, его на всякий случай посадили. И по воле Бхагавана это произошло, чтобы показать, насколько велик Садхананда. Может быть, он родился где-то в Германии, но чтобы обмануть материалистов, которые думают, что преданные только в Индии могут родиться. И он родился в Германии и доказал обратное, хотя мог родиться в высокой браманской семье, поскольку он родился на Западе. И мы хотим выразить свое сожаление в апреле. Сегодня день его явления, а в 1977 году он оставил этот мир, чтобы доказать, что Махарадж говорит из-за того, что у нас нет искренности и серьезности, поэтому он оставил этот мир в 1977 году, в апреле. И я молюсь его лотосным стопам Садхананды с вами, чтобы он благословил меня, хотя падшая душа, но все же с вечного мира, где находится Шрила Прабхупада, чтобы он послал милость Гурварги на нас, чтобы я смог совершать должный баджан на пути, на моем духовном пути. И на сегодня я останавливаюсь здесь. И шлока, с которой начал, я позже объясню.
И мы хотим обрести пыль с лотосных стоп Садананды с вами.